первая мысль была: кто она вообще такая, да и откуда взялась? Ну а теперь не росли вода, мы одно целое, но так же противоположны, как черное и белое. Как мне сейчас без нее вообще не представляю, никто мне не заменит ее существование. И даже если мы в ссоре, то значит скоро обиды взорвутся, прежде чем парить над землею. И нас не разделить, за все время нас связала очень крепкая нить. Куда бы ни несла на жизнь, как бы ни старалась, мы искренне улыбнемся, как и улыбались. Чего я не смогу, так это про нее забыть. Стать подругой сложно, но сложнее ею быть. Конечно, все не гладко у нее и у меня, но клянусь всей душой, тебя не брошу никогда. И на свете лишь один человек, который будет с тобой рядом, для тебя свернет горы. В сердце навсегда, и в этом есть ее заслуга. Это ведь моя самая лучшая подруга. Всем вопреки скажу, она незаменима. Она, как я, верно, просто поистине ранима. И как бы ни бывало, временами нам сложно. Мы такие разные, но все-таки похожи. И когда соленые слезы падали на простынь, друг к другу подходили и обнимали просто. Объятия проникали в сердце, этого хватало. Я поняла, ты не подруга, а с неба подарок. Самые яркие.